Здравствуйте, ребята! Ежегодно в России День семьи, любви и верности отмечают 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые стали образцом христианского брака, пронесли любовь, преданность друг другу через всю свою жизнь и умерли в один день и час. Символом праздника выбрана ромашка, полевой цветок, олицетворяющий искреннюю любовь, а также русскую природу. По народным поверьям считается, что там, где упала звезда, расцветает ромашка. А еще говорят, что ромашки – это маленькие солнышки, соединяющие множество святых дорог лепестков. Близкие люди дарят друг другу в этот день белые жизнерадостные букетики, ромашки и небольшие открыточки с символом праздника. И я предлагаю сделать такую открыточку и подарить своему близкому человеку. Для этого нам понадобится красный картон, гофрированная желтая бумага, зеленый картон, белая бумага, клей, карандаш, линейка, ножницы. Итак, приступим. Вырезаем из красного картона вот такое сердечко. Берем квадратик 13 сантиметров на 13 и рисуем сердечко, половинку сердечка. Половиночку сердечка. Аккуратно. Это будет у вас шаблончик. Вырезаем. И получаем вот такое сердечко. Из красного картона вырезаем такое сердечко. Обкладываем в сторону и затем сделаем с вами ромашку. Берем квадратик из белой бумаги 9 на 9 сантиметров. Складываем по диагонали пополам. Затем еще складываем пополам. И еще раз пополам. И также вырезаем вот здесь. Два лепесточка у нас получится. Вот таких. Вот так рисуем. Вот так, не до конца. И вырезаем. И получаем вот такой шаблон ромашечки. Вырезаем это все. Аккуратно. Не до конца. Не доходя серединки. Раскрываем. Получаем второй шаблончик. Вот так. Затем мы приклеиваем один шаблончик ко второму. Лепестки расправить вверх. И делаем сердцевинку. Для сердцевинки мы берем гофрированную бумагу, разрезаем на квадратики, вот сантиметр на сантиметр. И из квадратиков делаем вот такие шарики. Скручиваем их и получаем вот такие шарики. Затем мы приклеим их к середине ромашки. Вот так.
можно клеить серединку с помощью шпажки или карандаша. Такая серединка получается у нас. Аккуратно клеим. Складываем в сторону. Расправляем. Такой цветок у нас получился. Берем сердечко. Скотч двусторонний можно просто приклеить на клей. А можно взять двусторонний скотч объемный и приклеить ромашку на объемный двусторонний скотч. Вот так. Справляем, делаем лепесточки из бумаги. Вот так можно сделать их. Складываем, можно вот сложить в два и вырезаем из зеленой бумаги листочки, лепестки. Еще вот складываем пополам, вот так, и вырежем лепестки ромашки. Можно нарисовать карандашом и вырезать. Я режу просто без шаблончика. Вот такие два лепесточка сразу получаются у нас. Приклеиваем к сердечку, к ромашке, вот сюда. Раскрываем также и приклеиваем. Наша февронька готова. Можно подарить ее близкому человеку. Вот такая открыточка получается. Если вы хотите, чтобы открыточка стояла, можно сделать вот такую подставочку, ребята. Берете вот полосочку бумаги, складываете. Делаете из нее треугольничек. Вот так. Склеиваете. Вот так вот. Приклеиваете. Вот так. И приклеиваете это к открыточке. Можно делать без подставочки. Сейчас мы смазываем клеем. Или можно приклеить на скотч. Вот так. Наша открыточка будет стоять. Спасибо за участие. Желаю вам успехов.